Всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать про машинку для стрижки фирмы Jemmy. Итак, в комплектацию входит подставочка, оснащенная разъемом под зарядку, когда мы ставим машинку, и провод. Соответственно, мы можем заряжать, когда машинка находится у нас в подставочке. Это очень хорошо. Так, дальше. У нас есть 4 насадки под стрижку волос. 3, 6, 9, 12 мм. Насадка для стрижки волос в ушах и носе. Насадка для окантовки, ну или для других задач. Так, насадка для стрижки бороды. Хотя можно и бакенбарды, и стричься ею, но она все-таки, скажем, меньшего размера и не всегда может быть использована. Ну и основная насадка для стрижки, на которую надеваются соответствующие накладочки для увеличения или уменьшения состригаемых волос. Так, кнопочка. Кнопка это имеет три положения. Первое положение это минимальный зазор, максимальный зазор, средний и максимальный. Верхнее лезвие сдвигается вперед, в результате мы получаем больше точную работу. То есть, если вам это нужно, вы этим пользуетесь. Кнопка питания. Включили, выключили. Так, смена насадки. Для того, чтобы отсоединить верхнюю насадку, необходимо придерживать и немножко надавить. Легонько отщелкивается и все нормально. Если будете делать на усилие, можете поломать, потому что все-таки здесь материал такой хрупкий, пластмасса, немножко железа, но все равно это не тот сегмент, который можно нагружать очень сильно. Ну и обратно. Попадаем в паз и защелкиваем. Так, насадка для бритья волос. Если мы хотим побриться, не скажу, что она справляется полностью со своей работой. Плавающая головка, насадочка, сеточка. Ну, в принципе, можно использовать, хотя, на мое мнение, она, в принципе, без надобности. Потому что любой самый дешевый станок ручной даже справляется в сотни раз лучше. Это так просто поправить немножко, а по сути она не нужна. Насадка для стрижки бороды, бакенбардов. Хорошо справляется со своей работой. Накладочка пластмассовая. Хотите с ней, хотите без нее. Все зависит от того, какой результат вам необходим. Так, насадка для окантовки. Так, и насадка, уже говорил, для стрижки волос в носе и в ушах. Тоже не скажу, что очень хорошая, но в принципе в отдельных моментах ее можно использовать. Хотя тоже, как я, эта насадка, она по сути вы пару раз воспользуетесь и больше ими не будете пользоваться. Будете больше пользоваться даже этой, вы практически тоже, возможно, не будете пользоваться. Скорее всего, будете пользоваться этой и этой, и этого вам будет достаточно. Так, блок питания у нас есть и кабель. USB и такой. Там-то. Все подсоединяется нормально. Так, масло для очистки и щеточка. Еще была расческа, я ее благополучно потерял. Ну, качество ее такое, что хорошо, что она есть, но если ее нету, вы просто не заметите ее ни отсутствие, ни присутствие. Цена данного набора колеблется от 300 гривен. От 300 до 450, возможно, плюс-минус. В зависимости от сайта продажи, в зависимости от поставок, там, от курса доллара. Значит, окончательный вывод по этой машинке. Машинка за свои деньги хорошая. Стричься ею нормально. В принципе, для стрижки волос, если вы стрижете, не спешите, не стрижете, не захватывайте большое количество волос. Справляется неплохо. Хватает ее
3-4 стрижки, ну, если, соответственно, волос много. Возможно, если меньше, то на большее количество. Ну, то, что было в процессе эксплуатации. Пользуюсь я ею уже 8 месяцев. В принципе, за такие деньги результатом доволен. Исполняет свои функции. Единственное, что скажу, не заряжайте ее больше 8 часов. Заряжайте там, до 8 часов. Не оставляйте на ночь, потому что батарея износится быстро. Хотя, ну, мы же не знаем, стоит ли там плата защиты для зарядки или нет. Я что-то сомневаюсь в этом. Потому до 8 часов, 2-3 стрижки на зарядку, и все будет у вас хорошо. Будет работать неплохо. В принципе, на ощупь неплохая, сборка хорошая, нигде не люфтит ничего. За эти деньги она полностью, я думаю, если вы будете ее эксплуатировать в нормальном режиме, не перегружать, она прослужит у вас долгий период. Еще пробуйте сразу, когда стрижете, много волос снимать, потому что мотор можно заклинить. Он просто остановится от нагрузки. Работать, соответственно, он будет, но уже пойдет какой-то износ. Потому пользуйтесь. Неплохая машинка. Еще раз повторюсь, от 300 гривен. Я думаю, что это небольшие деньги, и окупится она очень быстро. Всем спасибо!